Сегодня начинается активная фаза операции по спасению кита. Я напомню, кит Горбач обнаружен нами в Баренцевом море, в районе Териберки. На нем была накинута рыбацкая сеть, она накинулась на пасть млекопитающего и покрыла его сверху почти всю верхнюю часть. И мы его обнаружили вместе со своими сородичами, сейчас он активно кормится, растет, и вместе с этим сеть это еще глубже проникает в само тело животного. Мы надеемся, что те эксперты, которых мы вместе с компанией «Норильский никель» повезли из Южно-Сахалинска, на катерах подойдут поближе к животному. Дальше будет такая пересадка на надувные лодки, и специальным приспособлением, таким ножом острым, будет сделана попытка срезать сеть. В России это первая операция, она уникальная. Мы никогда не проводили подобных операций по спасению китообразных. Я хочу напомнить, что в мире ежегодно погибает несколько тысяч китов. В основном они погибают от травм, полученных от рыбацких сетей. Но мы считаем, что у нас высокие шансы на успех, и что мы сможем попытаться или даже сможем освободить нашего кита от сетей, и он со своими сородичами продолжит вольную жизнь в акватории нашего моря.